Каменка, городской парк Витгенштейна. Межведомственная комиссия проверяет хвойные деревья. Их состояние оставляет желать лучшего. Пихты пожелтели, сосны, когда-то украшающие парк, высыхают. И это проблема почти всего района. Много короедов просто внутристволовых вредителей на ней. Ходов очень много, вон старые ходы, новые ходы. Старый опять ход. Смотришь по состоянию, сыхание кроны очень сильное. А это урочище Каменка на территории лесничества. Здесь хвойных насаждений почти 500 гектаров. Сосна крымская тут растет около полувека. Возраст приличный, говорят специалисты. Некоторые деревья в данное время скидают хвою. Из-за причины засушливого лета. Есть между сухой хвоей пробивается молодая хвоя сантиметров 5-6, длиной 3. Значит, все эти деревья на сегодняшний день, они живые. Мы такие насаждения всегда держим под контролем, вот, наблюдаем, проводим рубки ухода. Почему высыхают хвойные деревья? Причины выясняет комиссия. Заключения и рекомендации дадут после того, как все тщательно проверят. И не только в Каменском районе. На очереди рейд по Рыбнице.